приветствуем вас. Мы Арктурианский совет. Мы проявляли нашу свободную волю, чтобы исследовать ваше подсознание и то, что в нем содержится, что может помешать вам быть тем, кем вы действительно хотите быть в этом мире. В ходе нашего исследования мы заметили, что в подсознании людей существует много общих тем. Вас объединяет общая тема – чувство одиночества и мысль о том, что все, в конце концов, бросят вас. Возможно, вы не осознаете эту веру, но именно это делает ее подсознательной. Это не приходит к вам из социального программирования. Это приходит к вам из опыта прошлой жизни. У всех вас был опыт того, что вы были оставлены совсем одни, и рядом не было никого в человеческом обличии, кто мог бы помочь вам поддержать вас и любить вас. Теперь, когда вы можете осознать, что придерживаетесь этого подсознательного убеждения, вот тогда вы можете начать что-то с этим делать. Прежде всего, вы должны убедить себя, что вы никогда не сможете быть одиноки, даже если все остальные в человеческом и животном облике покинут вас. Поэтому вы должны сочувствовать своим духовным наставникам. Почувствуйте присутствие тех прекрасных существ, которые посвятили себя вам, потому что они всегда рядом. Вы всегда можете на них положиться. Далее вы хотите осознать, насколько вы сильны как личность. Вы хотите продемонстрировать себе, что вы можете создать так много благодаря силе своей вибрации. Итак, что вам нужно сделать? Это дать себе что-то, что, по вашему мнению, возможно создать для себя. А затем найти вибрацию этого, чтобы вы могли получить этот опыт и продемонстрировать себе, что даже если бы вы остались совсем одни, у вас были бы ваши духовные наставники и ваша способность создавать свою реальность. Далее мы хотим, чтобы вы продемонстрировали самим себе, что независимо от того, насколько далеко кто-то находится, вы все равно можете получить доступ к этому человеку, войдя внутрь. Вы даже можете почувствовать присутствие кого-то, кто ушел, и вы можете почувствовать сознание этого человека, когда вы входите в свое сердечное пространство своим сознанием и осознаете, что вы никогда не могли быть отделены от человека, который так много значил для вас в вашей жизни. Теперь, как только вы убедили свой разум в том, что это подсознательное убеждение, это не то, за что вам нужно продолжать держаться, вы можете выполнить работу по доступу к воспоминаниям о тех жизнях или даже о тех событиях в этой жизни, когда вас бросили. И вы можете обработать свое горе, почувствовав его в настоящий момент, и при этом вы освободите его, и вам не нужно будет питать никаких мыслей, сознательных или подсознательных, в том, что вас кто-то бросит, даже в случае их смерти. Это был бы отличный момент в вашей эволюции, чтобы избавиться от этого подсознательного убеждения, а затем сознательно активировать то, которое признает, что у вас есть сила создавать реальность, которую вы хотите испытать. И если эта реальность включает в себя множество близких людей вокруг вас, тогда вы, безусловно, можете это сделать. Мы – Арктурианский совет, и нам было приятно общаться с вами.